В Подмосковье поэтапно ужесточаются требования по утилизации строительного мусора. Раньше кирпичи, бетонные конструкции и другие отходы попросту сбрасывались вдоль дорог, в лесные массивы или на пустыри. Чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду и повысить объемы по вторичному использованию строительного мусора, теперь все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся строительными работами, будут обязаны получать разрешение на транспортировку таких отходов и использовать при этом систему ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, куда отвезли строительный мусор. На сегодняшний день законодательством данный процесс более ужесточен. Каждый, так скажем, производитель строительных отходов должен иметь электронные талоны. У нас по территории городского округа Мытищи на сегодняшний день действует порядка 45 строительных объектов. Мы привлекли на сегодняшний день часть уже строительных организаций по заключению данных договоров. И сама процедура будет, конечно, более жесткая, то есть будет отслеживаться движение машин, которые вывозят строительный мусор, для того, чтобы избежать несанкционированных свалок и, соответственно, утилизации не надлежащих местах для этого. Полную версию выступления Ивана Яськева смотрите в рубрике «Актуальное интервью» после выпуска новостей.